Вокруг Большого театра скандала избежать не удастся никогда, потому что там такое гей-кубло такое, знаете, просто вот клубок гомосексуалистов, которые друг друга едят. Вот. А когда они друг друга едят, соответственно, вокруг визг какой-то, всякие неприличности, всякой агрессии немотивированной, совершенно жестокой, как он одному из них кому-то там в глаза кислотой плеснули даже, я читал, это же ужас какой-то. Вот. Везде, где дерутся гомосексуалисты, всегда будет шумно, грязно и неприятно. Вот. Поэтому, конечно же, это вредит нашей культуре. Вот чисто имиджу нашей культуры вредит, разумеется. Тем более, это же все-таки, как вроде, самый главный театр страны, а там такой бардак творится, уголовщина и педерастия. Вот. То есть, как-то я вообще, мне вот неприятно даже слышать было эту новость, не то что ее комментировать.